На территории санатория «Красные зори», расположенного на 9-й станции Большого фонтана, произошел пожар. Накануне вечером неизвестные подожгли один из корпусов здравницы. Впрочем, это вряд ли можно считать обычным хулиганством. Накануне вечером горел санаторий «Красные зори». Некие граждане, по сообщениям СМИ, подкатили на своем авто прямо на территорию и подожгли заброшенный корпус. Разумеется, можно все списать на обычное хулиганство, если бы не несколько весьма весомых «но». Итак, во-первых, горит санаторий уже во второй раз. Предыдущий поджог произошел еще год назад. Во-вторых, на последней сессии городского совета земля санатория ушла в частные руки. Ушла, несмотря на продолжающиеся судебные тяжбы между старыми владельцами санатория, укрпрофздравницы и некой частной компании, которая намерена здесь, на рекреационной территории, построить несколько высотных комплексов. Действительно передали эту территорию компании частной. Понятно, что это будет застройка. Другое дело, что те методы, которые не используются городская власть, они однозначно преступны, эти механизмы, эти рычаги. Их других просто нет в данном случае у них, потому что, ну, они по сути по своей преступники и других методов просто не знают. Поэтому все эти спорные вопросы, которые могут быть относительно зданий, относительно того, что там кто-то до сих пор живет в этих зданиях и так далее, всегда решаются методом поджога. Вообще, конечно, пожар – это классический метод расчистки территории. Расчистки от ненужной недвижимости в виде старых корпусов для того, чтобы в ближайшее время здесь уже появились новые высотки. Вот что пишет сайт 048. Цитируем. Пожар в Одессе отнюдь не чрезвычайная ситуация. Очень часто некоторые пожары возникают прогнозированно. И местные жители, которые борются за сохранение территории в виде парка, поскольку построен был санаторий на костях известных горожан, а именно там располагалось Фонтанское кладбище много лет назад, и политики уверяют, что пожар не был случайностью. Как сообщает издание, по аналогии с другими объектами, земля санатория, которая, кстати, была в управлении негородской национальной компании «Укрпрофздравница», перешла в распоряжение очередного застройщика. Естественно, речь идет не просто об условной земле, а о фактическом парке общего пользования на второй линии от моря, да еще и с костями известных одесских архитекторов, а также знати в земле. Конец цитаты. Что же, рекреационной земли в нашем городе остается все меньше, а многоэтажек все больше. Благодаря бездарной строительной политике одесской мэрии, Одесса скоро задохнется высотно каменных джунглях, устроенных горожанам, застройщиками и мэрией, торгующей родным городом оптом и в розницу.